чертовски манила, даже одетый. Закутавшись в свитер и теплую куртку, а он называл ее ярким примером. Примером того, как лишают рассудка. Была недоступна. И тем непременно к себе привлекала магическим взглядом. Она для него была сокровенной, совсем нелегальной посылкой из ада. Он знал ее разной, красивой, замученной. Таких не бросают на полпути к радости. Такие, как правило, мало изучены. Такую отдать не захочешь из жадности. Он терся щекой об ладони холодные, закутывал свитер и теплую куртку. Она называла его ярким примером. Примером того, как лишают рассудка.